Всем привет, с вами Евгений Погребишский. В этом видео я покажу, как можно в Ultimate Team переименовать свою команду. Значит, заходим в Ultimate Team. После того, что зашли, мы выбираем, значит, мы должны быть центр, написано, вот можем видеть. Центр, если его нет, то это вверху, в самом верху, значит. Центр. В центре есть вот разные параметры, мы идем, значит, вправо. Право, 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 доходим до вот этого режима, параметры. Как это выглядит. Выбираем эти параметры, и потом у нас открываются три вкладки. И мы, значит, опять же двигаемся направо. Раз, два. Все, и тут есть вот переименовать клуб. Нажимаем, как бы подтвердить. И мы видим, как называется клуб. Здесь можно переименовать клуб. Ну и потом, соответственно, когда уже все сделано, идем сюда, подтверждаем и выходим. Всем спасибо. С вами был Евгений Погребишский. До новых встреч.